Как сложилась судьба Сашко Билова? Александр Музычко родился в Пермской области в 1962 году, в смешанном браке между украинцем и белорусской. Оказались они далеко от родины после того, как брат отца семейства примкнул к украинским националистам, готовившим восстание. Когда Украина стала независимой, Музычко вступил в ряды УНАУСНО. И в 1994 вместе прибыл в Чеченскую республику с целью примкнуть к отрядам боевиков. Был даже награжден Дудаевым орденом Ичкерии Герой нации. Считается, что на его счету жизни 20 военнослужащих. После Майдана мартовской ночью 2014 произошла перестрелка и был убит Александр Музычко. Его нашли в разорванной одежде, в наручниках и с огнестрельным ранением.